Уже в течение 3 часов пожарные службы не могут потушить пожар в 6-этажном жилом доме. Спросили у них, что случилось, Нам ответили, что маленький мальчик какой-то баловался и поджег матрас какой-то. Ко мне, когда прибежали и сказали выводить детей, сказали, что электрика у кого-то коротнула, потому что даже нет заземления в этом доме. Пожарные 2 часа невозможно. Это потому что крыша пропитка не пропитана, которая на деревянных. Это такие нарушения. Все идет из нарушений. С одной стороны не могут поехать, с другой стороны не могут. Тушат только с одной стороны. Если бы были сделаны подъезды, если все было по правилам построено, потушили бы эту квартиру очень быстро. А так из-за одной квартиры сгорел весь этаж, потому что нету подъезда. Потому что строят все без правил, Дальше как быть? Объясните, кому идти? Прокуратура не реагирует, администрация тоже. Что делать? Это что за клоунство? Дом горит, и никому нет дела. С дрожью в голосе рассказывают жители злополучных домов, построенных настолько близко, что пожарные машины не могут проехать между ними. Многоэтажки выросли буквально как грибы, захватив нетронутые ранее территории. Жители жалуются, но никому до них нет дела. Да и дело здесь не только в застройщике, сколько в тех, с чего молчаливого согласия производилась эта самая застройка.